Всем привет! Очередная моя попытка выйти в прямой эфир, чтобы сообщить вам интересные и важные новости из мира Будушин. Вообще, эфир сегодняшний не для всех, а для конкретно отбитых и пробитых на всю голову моих фанатов. Ну, не моих лично. Хотя, может, и такие есть. Они есть, я знаю. Я их очень люблю. Так же, как и они меня. А для всех, кого интересует мир боевых искусств, особенно в области снарядной подготовки, подготовки ударных поверхностей и постановки мощного удара, а также для тех, кто хочет, занимаясь спортом, сохранить свое хорошее здоровье. Здоровье своего позвоночника, рук, ног, вообще всей опорно-двигательной системы и так далее. Вот, для них. Дело вот в чем. У меня, несмотря на всю такую погоду, которая сейчас приотвратная, да, бывает периодически, что-то никакого бабьего лета нету, замечательное настроение по ряду причин. Потому что я хочу всех обрадовать, и себя в том числе. У нас, наконец-то, заработали снова все наши ресурсы. У нас была произведена атака, кто-то нас атаковал, наши сайты все подвесили. Ну, не то, что подвесили, они все работали. Причем работали они нормально вполне, без проблем. Но почему-то Яндекс с браузера и Яндекс.Поисковики ругались на наши сайты и говорили, что сайты потенциально небезопасны для того, чтобы просматривать. Хостер нам написал, из-за того, что Яндекс написал, что у нас находится небезопасный код. Ну, остальные браузеры не ругались. Вот Google Chrome, все без проблем. Поэтому я эту проблему не заметил бы, наверное, вообще. Заметил ее только потому, что позвонили мне люди, стали писать письма, говорят, обязательно посмотрите, что-то у вас, наши браузеры ругаются на странице рассылок вашей. И я смотрю на Google Chrome, все нормально, никаких проблем. И потом только понял, что вот Яндекс браузер такую сделал штуку. Ну, мы все проверили, все заработало. И в связи с этим у нас радостное настроение. У нас это у меня и у команды Будушин. И в связи с этим я вчера во все свои ресурсы, социальные сети, в сообщество написал одно сообщение, которое я, в общем-то, сейчас, наверное, продублирую здесь, да? Вот. Мы не успели поздравить всех с днем и даже месяцем самознаний. Потому что вот в связи с этой борьбой, которая продлилась довольно долго у нас, мы не могли это сделать на наших ресурсах. Вот. Поэтому мы решили исправиться и всех поздравить с днем знаний, который был 1 сентября, и с месяцем знаний мы решили продлить его до месяца знаний. Вот. Это раз. Два. В связи с тем, что у нас мы победили все болезни ресурсов наших, и все нормально, все работает. А также в связи с тем, что все-таки мы ждем бабьего лета, и будет настроение у нас еще лучше, все прекрасно. Проводим целый марафон акций. Да. Самая главная причина, да, кстати, обязательно досмотрите до конца, потому что это важно, действительно, потому что новость действительно важная. Дело в том, что после сентября на всю нашу продукцию, такую как макевары и все сопутствующие товары к ним, это сумки, платформы, ремни, видеокурсы, а также на продукцию от компании «Доктор Шилов», ну, вот это видеокурсы по реабилитации проблем, связанных с позвоночником, профилактикой остеохондроза, лечение спортивных травм, профилактики со спортивного травматизма, а также продукция, которую выпускает моя супруга, это в сфере роды, беременность, уход за ребенком, ее видеокурсы, все поднимется в цене. Мы до конца месяца решили не просто сохранить цены, те, которые сейчас есть, а сделать еще и скидки, чтобы все желающие, которые вот постоянно находились в колебательном таком процессе, купить, не купить,
вот, уж окончательно приняли решение. Если даже с аттракционной, с амгициной нету желания приобрести, то есть не принимается решение, значит, по всей видимости, вам оно не нужно, и ваше решение будет абсолютно правильным до той поры, пока не клюнет в одно место жареный петух. Но человек сам определяет свои приоритеты. То есть, если ему не надо, значит, не надо. Если даже мотивация в плане снижения цены не подействует, то на настоящий момент у вас все хорошо и ничего не нужно. Вот. Если же повлияет на принятие решения, значит, это хорошо, не пожалеете. Инвестиция, особенно в курсы по здоровью, она однозначно поможет. Очень даже, потому что нет ничего ценнее. Как говорят, было бы здоровье, остальное купим. Вот. И сейчас поэтому я советую вам обязательно просматривать мои ресурсы, такие как drshilov.com, budoshin.ru, budoblog.ru и makivara.ru. А также во всех абсолютно социальных сетях, основных, таких как ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, есть сообщество, называется, или группа, называется Макивара. Во всех. Вот, это тоже мои сообщества все. И на всех также сообществах таких же, вернее, в соцсетях есть группа, называется «Доктор Шилов». Это наше представительство. Вот, легко найдете, и там будут анонсы. Каждый день практически будет проводиться новая акция. Они все ограничены во времени. И вот вчера мы запустили акцию, которая продлится до 30 сентября. Это можно приобрести макивару МБШ, плюс платформу к ней, плюс ремни для крепления на дерево и плюс специальное крепление нового типа. Мы недавно разработали их, относительно недавно, для крепления макивары МБШ к платформе. Раньше крепилась теми же ремнями, что для дерева. Но сейчас гораздо проще стало. Вообще перемещается все махом, крепится в одно касание. Очень классно. Вот. На сайте, кстати, mbsha.makivara.ru, ну, или просто на сайте makivara.ru вы перейдете на МБШ и увидите на главной странице, как выглядит макивара, прикрепленная на платформу. Так вот, весь этот комплект, который реально стоит, вот я скажу вам, потому что макивара без стоимости доставки стоит 10 500, платформа 3 500, ремни отдельно 800, вот, и крепление, подарок шли бы в любом случае. Вот, вот смотрите, какая была бы сумма. Так вот, этот комплект сейчас идет общей стоимостью за 12 500 рублей без стоимости доставки. Как доставку, значит, посмотреть? Если вы закажете почтой наложенным платежом, то все будет стоить со стоимостью доставки без разницы, в какой регион России, 13 500 рублей. Все. То есть уже доставка войдет. Вы на почте при получении, то есть ничего платить заранее не надо. Приходите на почту, когда пришло, доплачиваете 13 500, получаете весь комплект. Если же вы хотите получить гораздо быстрее, потому что по почте может идти до месяца, вот, гораздо быстрее будет курьерской службы и компании «Деловые линии». Махом дойдет там в течение 2-3 дней, если это близко от Иваново достаточно. Если подальше, ну, значит, немножко подольше это время займет, но это недолго. Вот, в течение недели доходит, не знаю, в самые там окраины, куда только можно вообще. То стоит 12 500 без стоимости доставки, то есть это вы проплачиваете предоплатой на карточку, либо каким-то другим способом на сайте. Если вы кликните кнопку «Купить», заполните форму, вам будет предложено несколько способов оплаты. И все, и без проблем. Вот. И при получении вы уже платите курьеру наличными стоимость доставки. Стоимость доставки. Это, как правило, по России занимает доставка до двери, прям до самой двери, от 1000 до 1500 рублей, если это где-то очень далеко, либо, например, находится далеко от терминала компании «Деловые линии». То есть, вот, например, бывает даже такая ситуация, что в Москву посылаем, в Москву доставка до двери 880 рублей, а вот, предположим, в какие-нибудь Химки там уже или еще куда-то, ну, или где терминала нету, туда доставка может оказаться в районе, не знаю, там,
3000 рублей. Поэтому вот были люди, которые просто может заказать до ближайшего терминала, например, в том же Зеленограде где-нибудь, например. Вот, по-моему, я ничего не путаю, по-моему, это довольно близко там архивы. И уже забрать оттуда самовывозом. Но вообще во всех крупных городах и пригородах компания деловые линии очень легко доставляет и быстро все это, так что без проблем. Вот такая у нас сейчас акция. Сегодня запустим следующую акцию. Она позволяет приобрести к Макивари МБШ еще и сумку, специальную фирменную сумку, которая реально тоже стоит 3500 рублей. А по акции она будет стоить намного дешевле. Я не знаю точно, сколько это там мои специалисты занимаются вопросом этим, но там прям цена-то будет чуть не в два раза меньше. Ну не в два, но где-то процентов на 40, наверное, или на 35, наверное, ниже. Вот. Если же вы решили воспользоваться предыдущей акцией и сумку решили дозаказать, всегда можете позвонить по телефону 8-906-514-24-14, вот, и объяснить, какую продукцию вы бы хотели получить, и вам индивидуально посчитают все. Либо можете написать в любом из перечисленных выше сообществ в социальных сетях, или также на моих, на сайтах воспользоваться обратной связью, и спокойненько сделать запрос по поводу того, что вы хотите заказать. Все, элементарно. Вот, но сегодня страница появится, значит, акционная, где можно заказать Макивару с сумкой в комплекте по специальной цене. Вот, там тогда не надо звонить никуда, просто форму заполняете и все в порядке. Но это действует только для МБШ. Вот, Денис, привет. Денис, от тебя, кстати, жду того, что ты хотел сам сделать. Сегодня пятница. Кого еще вижу? Всех вижу. Ребят, очень приятно. Те, кто в прямом эфире. Кстати, скажите, пожалуйста, как связь? У меня обычно очень плохая связь на мобильной сети. Вот я когда еду так вот на мобильник, обычно все плохо. Все жалуются, то звука нету, то квакает, то дергается что-то, то еще что-то. Скажите, как, нормально? Нет. Просто чтобы понимать, возможно, я со временем вообще перейду на какую-нибудь другую систему. Потому что меня тоже, значит, бесит, что, что мои друзья, потенциальные клиенты жалуются на это все дело. Просто понимаете, хочется пообщаться вот так вот вживую. Я мог, конечно, все записать это на ролик определенный и на YouTube выложить, что я, возможно, и с этим роликом сам и сделаю. Но очень было бы классно вот так вот. К тому же, вот есть чат, и хотелось бы, если бы вопросы какие-то были, я бы сразу мог бы на них ответить. Ну, в принципе, пока я сказал все, что хотел, кстати, через какое-то время буквально я выйду, возможно, в эфир опять, но совсем другой темой, мне есть вам кое-что рассказать. А по акции все. Ждите, сегодня появится еще одна акция. И обязательно заходите на сайты drshilov.com, makivara.ru, korrektura.ru, budoshin.ru. Вот, и ищите информацию в социальных сетях, в сообществах Доктор Шилов и Макивара. Там обязательно анонсы всех этих акций будут, и все предложения будут там, и ссылки на них. Все, ребята, пока. Всем спасибо.